Ну объясни, зачем ты это делаешь? Хватит перекладывать мои вещи на верхние полки. Ты прекрасно знаешь, что я не достаю. А если не перестану, что ты мне тогда сделаешь? Можешь достать мои вещи, пожалуйста? Ты же не любишь, когда твои берут. Зачем ты берешь мои вещи на верхние полки? Я не понимаю, пожалуйста. Объясни мне свою логику. Вот ты когда берут твои вещи, ты не любишь, когда я пытаюсь взять свои, ты их перекладываешь. Мне придется ходить в свитере, который не стирался с эры динозавров. Даже если и так, я все равно требую объяснений, зачем ты это делаешь. Ненавижу, когда мои вещи кто-то берет, но когда это делаешь ты, это нечто особенное, понимаешь? Потом они начинают пахнуть ромашковым чаем и твоими волосами. Я просто хочу, чтобы все мои вещи пахли тобой. Бери их сколько хочешь. Ты не все подряд. Я не разрешаю брать твои вещи всем подряд. Но тебе можно, понимаешь? И да, я не буду доставать твои вещи с верхней полки. Тебе придется ходить в моих, у тебя нет выбора. Ты можешь говорить такие смущающие вещи не так часто? Ты...